Пришла посылочка очередная из ЦАТа. Раскрываем. Доставка, кстати, очень быстрая, DPD, не то что наша Почта России. Шла-шла посылка и потерялась. А тут мигом 3 дня из Москвы доставили посылочку. Красавчики просто. В этот раз посылочка небольшая. Я просто заказал себе вот такой вот лом от фирмы А1, метровый, диаметр 13 у него, длина 1 метр, окончание крючка ножевидное, он с двумя загибами, один загиб вот этот, где-то 5-6 градусов, и под 45 градусов загиб второй. Отражающая панель, ну это для работы на улице, она двухсторонняя. Вот, обыкновенный кусочек курстекла напыленный, но решил взять на пробу, как говорится, от производителя. И вот несколько тут грибочков. Это так называемые делители. У меня есть вот этот как бы отсутствующий размер. Вот 25 на 25, это маленький, вот второй, следующий, третий, 4 размера, и вот такие вот тоже для работы с кризами. Что-то резко с них не хочет наводиться. Вот такие вот треугольные, то же самое. У меня их в комплекте не было, попробуем. Буду тестить и выкладывать. Спасибо ЦАТу. Все было доставлено, то, что заказано, вовремя и достаточно быстро. Всем удачи, пока-пока. Буду тестировать, сниму следующее видео.